книгарня, саму позиціоную себе не просто як місце продажу книг, а як певний клуб книжний, можна навіть так назвати. Типовий наведувальник, ну коли гэта молодь, то гэта молодь у кедах. То бок молодь з некімі сваімі цікавостями, неформальныя, ці прынамсі творчая, по большасці творчая. Апошняе, што прэзентавалі, гэта кніга Толстого «Мінакі», якая нядаўна выйшла, прынамсі не ў нашым выдавецтве, але ўсё роўна рады, калі выходзіць добрая кніжка, таму тут няма пытанняў. Это добра, калі прэзентацыі адбываюцца ў крамах. Мне больш падабаюцца нейкія такія лакальныя, нязмушаныя тусовкі, чым, скажам, там некие зале, где там треба серьезно умовлять, там отказывают, там что там, знаете, такие, все сидят, там такая, ну, совок такие, фигня, помню. Мы с выдавцом тыдні два, напомню, спробовали вырешить питание с помешканием для презентации, и Палк Стикевич пропоновал, давайте сюда и не дурите головы. Миновитая вот книгарня Лухвинова, она, первое, это, конечно, важно, продать нам книжку. Потому что мы не некая недержавная организация, мы продаем книжки, мы коммерцийная структура. Ну и другая позиция книгарни – это просовывание литературы и показать читачу, что, что есть добрая литература и что есть литературы не вельми. И, конечно, ситуация ненормальная абсолютно. Или место встречи так склалось, еще литерально 2 года тому было 2-3-4 месяца, теперь одно, на жаль. И... Конечно, ненормально, но с чего все треба починать.